Качественный труд достоин награды. Такого принципа придерживается руководство компании «Трансремстрой». Накануне ее генеральный директор вручил сотрудникам подарки за производственные успехи. Это не широкий жест, а дань уважения за самоотдачу. Отмечу, предприятие «Трансремстрой» занимается строительством и работает в связке с лидерами газовой отрасли. Подробности в следующем сюжете. В их руках основа будущих крупных газовых проектов. «Трансремстрой» – виртуозы монтажно-строительных работ. Им важно качественно протоптать тропу для возведения стратегически важных объектов не просто Ямала, а всей страны. Компания является подрядчиком у таких предприятий, как Нуренгойский газохимический комплекс, «Газпром-переработка», «Ачимгаз», и успешно оправдывает оказанное доверие. Мы сейчас находимся на объекте. Камера запуска СОТ – это... Здесь будут стоять камеры, которые в дальнейшем будут запускать очистные сооружения, то есть транспортировать конденсат на газохимический комплекс города Нового Уренгоя. Здесь мы занимаемся нулевым циклом, это торфовка, отсыпка, строительство дорог, инженерная защита. То есть самое основное, даем площадку для дальнейшего строительства. Потом приходят другие подрядчики специализированные и уже делают дальше работу. В компании трудятся настоящие энтузиасты своего дела. Каждый из специалистов радеет за производство. Люди рабочих профессий, их главный инструмент – это умелые руки. Их не испугать суровым северным климатом. Они намерены делать свою работу не просто хорошо, а лучше других. Моя бригада в основном вяжет каркас арматурный, армокаркас, заливаем бетон. Вот эти колонны, все, что вы видите, все основания – это работа моей бригады. Я здесь работаю 10 месяцев. Я доволен, потому что уважение к рабочему человеку, стабильная зарплата, стабильная работа. У нас непростое время, сами знаете, сейчас. И сейчас иметь хорошую работу, хорошо оплачиваемую, это дорого стоит. Руководство «Трансремстрой» считает, что производственные успехи напрямую зависят от заботы о своих сотрудниках. Именно поэтому рабочие обеспечены достойными условиями труда за счет компании. Трехразовым питанием, жильем, компенсацией проезда и премиями. Отличившимся даже вручают подарки. Правда, сделать выбор не всегда легко. Выбирается по разным критериям. Это волевые качества, это профессионализм, это то, что человек на самом деле член команды, да, то есть он болеет за компанию, это... опыт работы и так далее. Очень много критериев и очень сложно выбирать. С нашей стороны это признание перед этими людьми. Признание и какой-то долг, там, уважение, там, дань уважения, то есть перед людьми, которые действительно работают, стараются. Генеральный директор компании «Трансремстрой» специально приехал в Новый Уренгой, чтобы встретиться с сотрудниками, ответить на их вопросы и, конечно, поблагодарить за проделанную работу. Передовики производства получили в подарки телевизоры, планшеты, путевки на отдых и даже автомобиль. Анна Долгушина, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».